Так, пока без второго ассистента. Гол! Вот так вот Слобода отвечает за брошенные шайбы. И 3-1. Опять восстанавливается преимущество в две шайбы в пользу Слобода. Нападающий четвертого звена. Слобода забрасывает первую шайбу и набирает первое очко в нынешнем регулярном чемпионате в 18-й игре. Так, звено Оскара Осела опять находилось на площадке с Тимкиным и, соответственно, с Кокаревым. Это Эберт, который делает передачу, падая между ног Бирюкова. Слобода выскакивает на свободное пространство. Из правого круга вбрасывание.